Фредди. Я Робби Уильямс. Один из самых популярных певцов в мире. Со мной здесь режиссер и сценарист моего нового фильма «Быть лучше». Невероятный мистер Майкл Грейси. Итак, обезьяна. С чего вдруг? Я спросил тебя, будь ты животным, то каким? Говоря твоими словами, ты видишь себя вытащенной на сцену цирковой обезьянкой. Я сразу подумал изобразить тебя не как мы тебя видим, а как ты видишь сам себя. И тогда у меня в голове словно щелкнуло. С твоим голосом и этой обезьяной я смогу увидеть тебя и рассказать о тебе таким образом, что получится намного интереснее, чем очередной биографический мюзикл. Меня зовут Робби Уильямс, и в следующие 2 часа я задам вам жару! «Быть лучше. История Робби Уильямса» в кинотеатрах с 26 декабря.